Почему нам не нравится наш голос в записи? Часто мы не можем адекватно реагировать на запись своего голоса. Многих он раздражает, а некоторые вообще его не узнают. Нам кажется, что голос в записи стал тоньше или выше, грубее или звонче. И записанный звук отличается от того, что мы привыкли слышать, когда разговариваем. Но это же точная запись, которая не может искажать звук. И это означает, что наши собеседники слышат его именно таким. Но почему мы слышим иное? Физики нашли ответ на этот неоднозначный вопрос. Дело не в том, что наш голос, который слышим мы и наши окружающие, это разные голоса. На самом деле это один и тот же звук. Весь секрет в том, что звуковая волна проходит разный путь. Наши собеседники слышат только те колебания, которые проходят через воздух. Мы же вдобавок слышим еще и колебания, которые происходят внутри нашего организма. Ведь организм человека состоит из большого количества жидкости, которая способна искажать звуковую волну. Получается, что мы слышим колебания из звуков. Почему же нам не нравится запись нашего голоса? Дело в том, что за свою жизнь мы привыкаем к собственному внутреннему голосу. И то, что мы слышим в записи, не соответствует нашему идеалу. Поэтому зачастую записанный звук нам кажется противным, и мы не желаем признавать, что так на самом деле звучит наш голос. Следует отметить, что маленькие дети, которые еще не привыкли к своему голосу, не узнают себя на записи. Я думаю, ты нашел ответ на свой вопрос. А это была программа «Невероятные факты». Подписывайтесь на канал, ставим лайки. До скорых встреч!